Всем привет, на канале Оконный Мастер. Меня зовут Громов Александр. Я, ну, можно сказать, специалист оконный. Если кто не верит, пусть посмотрит 3000 моих видео на этом канале. Где-то так их приблизительно, может, не 3000, может, 1800, ой, 2500. Ну, короче, видео дофига у меня про разные окошки. Кстати, ух, ничего себе, какая девчоночка. Это... У меня же еще есть видео, там, 5-летней, 7-летней давности. Короче, их что-то мало кто-то смотрит. Можно, кстати, тоже их посмотреть. В общем, присылают мне вчера такое видео и говорят, вот ручки сломались в одном из ресторанов. Где-то вот он здесь должен находиться. И, соответственно, мы сейчас едем туда смотреть, что там с этими ручками не так. Я уже знаю, что это за ручки, так как на нашу организацию выходят разные, как сказать, застройщики, генподрядчики. Эти магазины строила питерская фирма, не буду говорить какая. Вот. И они нам периодически, когда еще они назывались по-старому, они нам периодически скидывали заявки на гарантийное обслуживание. То есть у них идет, они как застройщики, у них идет гарантия. Но так как они в Питере находятся, то мастеров посылать из Питера это, ну, накладно, сами понимаете. И вот мы с ними работали много-много времени, и пакеты меняли, и там регулировали, и еще что-то делали. Вот, пакеты меняют, они с Питера нам посылают стеклопакеты. Мы их тут деловыми линиями, мы их тут разгружаем, устанавливаем. Ну так вот, с ними я связался, я говорю, что там за артикул, какая марка, ручки и прочее. Они говорят, ну вот такая, такая-то. Вот, я уже знаю, сколько она стоит. Я уже знаю, как она называется, я даже знаю, где ее приобрести можно. Сейчас зайдем, посмотрим. Вот, кстати, стеклопакет будем менять. Всего, он уже у нас, кстати, готов. Этот стеклопакет. Идем менять. То есть менять, мерить. Хотя что мерить, я уже все знаю. Я и так уже все знаю. Ну ладно. Так, ну собственно вот замок этот. Тут название написано на нем. И такая ответная планка. Должен крутить, вот этот механизм выезжает, но он не выезжает. Редуктор, видать, накрылся. И это то же самое. Саша, давай заказ, мы тебя приехали. Да. Так, а от этого есть ключ? Надо глянуть, как там. Ты думаешь, он один и тот же, что ли? Нет, он разный. Отворачивать поделай, да? О, открылся. Так, а тут, ну, как интересно сделана ответка. Без накладки. Так, ладно, ответки, наверное, нам не понадобятся. А, вот он. Что-то цепляет в какой-то момент и перестает потом. Так, да, они одинаковые, просто тот перевернут зеркально. Ну что, замеряем? Здравствуйте, ваш заказ сейчас выдадим. Потому что раньше у них там все было дорого-богато, самые лучшие материалы. Ну, соответственно, почему-то эти ручки вот ломаются. То ли пользоваться им не имеют, то ли они не предназначены на раздвижные. Они в основном-то предназначены на распашные окна. Ну, не знаю, сейчас будем искать их, рассчитывать стоимость ремонта, стоимость замены. Будем надеяться, что этот заказ мы себе заберем. Ну, такое маленькое видео, все. Ладно, все, пока.